Ну что говорит? Говорит, что железо время от времени пробивается. При более медленных проводках четко показывает чешую. Иногда отбивает чернину. А, крест-накрест попробуй. В одну сторону. В одну сторону берет. Дай-ка я попробую. Совершенно четкий, уверенный сигнал. Во всех направлениях. Так, ладно, надо, знаешь, что, выкопать яму. Дай-ка я выкопаю эту чешуйку, на-ка, сними. Посмотрим, убедимся, что это... Это снимает? Чешуя, да, снимает. Так, как, какой стороной это? Да, вот это. Полштыка глубже. Где-то на штык. Вот она. То есть была где-то на кончике штыка. Вот она. Борис Федорович.